Жил-был грузовик, и был у него лучший друг, маленький прицепчик. Они всегда были вместе, помогали друг другу, выполняли любую работу быстро и хорошо. Но однажды случилась с ними история, которая их научила очень важному. Однажды грузовик и прицеп получили задание довести груз на другую сторону леса. Путь был долгим, нелегким. Грузовик, как всегда, был полон уверенности. И когда они въехали в лес, он заметил, что впереди есть короткая дорога. Они могут поехать по ней, но эта дорога была через болото. А прицепчик ехал за грузовиком и начал беспокоиться. «Грузовик, может, лучше поедем по главной дороге? Я слышал, что болото опасно!» Но грузовик решил, что сможет преодолеть любое препятствие и сказал: «Не волнуйся, прицепчик, мы справимся и доберемся быстрее». Как только грузовик заехал в болото, он сразу почувствовал, что колеса начали буксовать. Земля под ним была слишком мягкой, и грузовик начал застревать. Чем больше он пытался продвигаться, тем глубже погружался в грязь. И скоро совсем не смог двигаться. Грузовик понял, что попал в беду, и очень расстроился. Он старался изо всех сил выбраться, но было зря. «О нет, что же нам теперь делать?» – подумал он. Но прицепщик, хоть был и маленький, не растерялся. Он решил позвать на помощь. «Не переживай, грузовик, я приведу помощь», – сказал прицепщик и отправился назад по дороге. Он ехал как можно быстрее и вскоре увидел большой трактор, который работал недалеко на поле. Прицепщик подъехал к трактору и сказал: «С моим грузовиком случилось несчастье, он застрял в болоте, не может и выбраться. Помоги нам, пожалуйста», — сказал прицепчик. Трактор немедленно откликнулся. Он знал, что болото — это серьезно, и без его силы грузовик может остаться там надолго. Трактор быстро доехал до места, где застрял грузовик, и увидел, как глубоко тот погрузился в грязь. «Не волнуйся, грузовик, я тебя вытащу», — сказал трактор. Прицепил к грузовику крепкий трос. Медленно, но уверенно трактор начал тянуть грузовика из болота. Это было нелегко, но с помощью трактора грузовик постепенно начал выбираться из ловушки. Вскоре грузовик оказался на твердой земле. Он был весь перепачкан в грязи, но счастлив, что выбрался из болота. «Спасибо тебе, трактор, и тебе, прицепчик, что не оставил меня в беде», — сказал грузовик с благодарностью. И они весело поехали домой.